всем привет, друзья! Сегодня новое видео на канале, в котором вы увидите два нереально красивых, сочных боя на самых лучших СТ-шках 9 уровня. Это Стандарт Б или Леопард ПТА. Вам всем приятного просмотра, прожимайте лайки, пишите комментарии. Погнали, смотрим! Вот, запоминайте, Леопард ПТА один из лучших СТ-9. Качайте, выкупайте, играйте, кайфуйте. Вот весь рецепт хорошей игры на... в танки. Че, попадать бы вообще было бы шикарно. Попадать бы еще бы. Стрельбу плохую показывал сейчас. В ЛТшке, когда стрелял, оба шота должны были залетать. А так по-типичному ехал он сам-то деле. Не понимаю, почему просто красным горит. Нам нужно 90-ка убивать. Убьем 90-ка, будет все намного... намного проще. Да, детка, да! Попал, наконец-таки. Я какой, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Боже, куда ты летишь? Ну я все равно его пробил. Несмотря на то, что снаряд полетел вообще. Хрена с пойми куда. И я все равно попал. Мы сейчас зелень проходим. Мы сейчас проходим зелень. И все вот это просто начинаем фармить, господа. Веком стрефа. Дальше едем. Едем дальше. Давай, 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 Колымага, ползи. Блин, он за нами едет. Не очень хорошо. А, он за ЛТХ едет, не зная, что я здесь, правильно? Правильно. И его еще гуслят. Отлично. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради. Или мы выбираем? На моих любимых танках. Но вы можете выбрать. Если вы поняли, о чем я. Спасибо огромное за поддержку. Огромнейшее тебе спасибо за донат. Спасибо. Дальше хочу поджаться.
95-ка убегает в угол, сейвится. Посмотрите на броне своей. Где мой снаряд? На гусле. Вот леопард тупо это типичный снайпер издалека. Тупо по чужому на свету, также по своему. Тогда выбираю ковш. Мой любимый танк 2К19. Сука. Сука! Кто это сделал? Чей это донат? Я не пробью сейчас, да? Я вообще не попаду. Давай. Ай-яй-яй. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради черво... 121Б. Изумруд, сука, кто тебя за язык тянул, блядь? Издеватели, зрители. То есть вот так вот, да, вы изумруда любите? Девяносто пятка, может ты развернешься уже, нет? Я надеюсь, что я попал. Да, я попал, отлично. 6500 дашки. В прогетто я еще шот дал. Где-то семера будет, должна быть. 5 фрагов. Вообще просто... Бой конфета. Идеальнейший бой. 7400, господа, вопросы имеются? Да забей, я прикалываюсь. Смысл тебе нервы трепать? Не надо на ковше и тубе. Бой на твоем любимом бучете был? Не-не-не, надо, ГМ. Надо. Надо ГМчик. А на Тоге 2 я помню, ты мне уже просил сыграть. На фугасах вроде бы я играл, нет? Или нет? Короче, помнишь, что на ТОГ 2 точно ты мне этот... Поэтому все неплохо начало начинается. Надо реабилитироваться, сотрудники. Там и 2700 дал, то, ну, тоже пойдет, но... Не 7400, как на Леопике. В смысле в гуслю? Там урон должен был проходить. Так, я кумысы перезаряжаю. Уехать чуть-чуть. Должен вторую был тоже с уроном ему сейчас просаживать в портянку. Он там пока на прогетто агрился. Давай, Тарайбан. Давай, тройка, тебе ж хочется.
Давай, родной. Блять, ты стоил Т. Гоняемся, как эти. Я засветился, да? Надо аккуратнее сейчас здесь пробовать. ФВшка что-то хочет. Кстати, бой без арты только сейчас заметил, господа. На аэродроме бой без арты. Ай, промазал! Стою я молодой, подайте Христа ради черво... А чего ты у меня вчера спрашивал? Вечером я свободен и так далее, так никуда и не позвал. Я, короче, уехал. Неплановый, неплановый отъезд получился, ГМ. Спасибо огромное, ГМ. Не получилось у меня то, что я хотел замутить. Я, короче, свалил. Вернулся только в 11 вечера домой. Загулял чуть-чуть. Я вот думаю, может перекатиться за стандартом поехать. Хотя нет, тут ФВшка стоит. Никак. Никак. Блин, вы посмотрите на это. Я только уехал, вылез в озон. Не пробито. Знаете, почему я сейчас выехал? Я посмотрел, куда у него стоит, ну, смотрит ствол, а смотрел у него ствол на 113-го. Соответственно, выезжая отсюда, я мог давать, ну, шот на реакции. И он пока переводился бы, я уже отъехал бы назад. Просто все гениально просто. Только поэтому я решил выехать, попробовать шотик дать. Но не пробил. Сука, отъедь, блядь. Ой, дура. Рома. Я сочиняю роман, сука, Рома, роман. Боже, я фул барабан должен был выдать ему. Фул барабан, друзья, фул. Рома, Рома. 60 рус. Блин, там ПТ-шечка. Что ж так не вовремя-то все? Капец, как все не вовремя вылазят, светятся и так далее. Я зацелил. Опа-ля какой. Так, есть план. Есть план.
максимально продуктивный барабан. Зарядка нужна. Как же плохо распределил обязанности барабана, пулек барабана, наверное, так лучше сказать. Это уже нету. Сейчас, а вот сейчас, вот сейчас хорошо, вот сейчас хорошо, друзья. 550 пройдет альфа у Яги, у его зона. Так, ну там, кстати, там 103-й еще. Уловлю. Ягу не убили. Бля, вот это... Секс. Два боя просто максимально. София. Мастер. А вот тут уже мастер, господа, подъехал. Сейчас чат дочитаю. Друзья, ну как вам эти два красивейших боя? Вы заценили? Вам понравилось? Если понравилось, прожимайте лайки. Также пишите комментарии под видео. Какие СТ, по вашему мнению, для вас самые имбующие, самые лучшие и самые приятные в 2019 году? Мне будет очень интересно почитать. Но и на этом я прощаюсь. Спасибо за просмотр и до встречи.